Ash of Goods The Way. Тактическая пошаговая сюжетная карточная игра с уникальными боями. В каждом из них свои правила и цели. Создайте и улучшайте собственную колоду с персонажами, заклинаниями и предметами четырех фракций. Выработайте стратегию и делайте выбор мудро. Подписывайтесь. Вот пример хорошей, красивой карточной игры с неплохим сюжетом, так сказать. Ну, или скорее всего повествование. Юниты, которых мы с помощью карт выставляем, тут как живые. И почесаться могут, и кашлянуть, и головой повертеть, и вышморкаться. Да, анимация тут неплохая. Ну а по поводу вообще тактической стороны, тут есть в принципе у нас командир. Своего мы должны защищать, вражеского мы должны убить. Поля боев здесь в принципе в виде клеток, на которых мы ставим юнитов, а дальше они сами двигаются по прямой. Но также есть различные улучшения юнитов, которые позволяют нам приобрести им различные бонусы. К примеру, увеличить ХП, урон, сделать регенерацию здоровья. Также есть способности командиров и различные виды юнитов. Да, также можно юнитов двигать влево-вправо для более маневренной обороны своего командира. Также есть после прохождения различные улучшения уровней карт. Да. В игре явно есть тактическая часть. Если она, честно говоря, будет онлайн, вот такую игру на телефоне, ну хотя даже и на ПК я бы точно порубился, с людьми, в принципе, будет 20 раз интереснее будет играть. А по поводу карт, которые здесь предоставляются, карт здесь большое, довольно-таки интересное разнообразие. То есть есть и 5 клеток, есть и одна клетка с бочками по бокам, есть различными типа ловушками. То есть разнообразие в этой игре, вот как ни крути, оно довольно уникально сделано. Что самое интересное, как можете посмотреть, юниты могут двигаться как и прямо, так и влево и вправо. Вообще-то, вот такие вот игры вот мне писали как-то, я вот буду напоминать, что я ненавижу карточные игры. Такой фу такой, бяка. Нет, вот пример вам карточная игра, которая в действительности интересна и уникальна. Вот такую карточную игру я еще понимаю в 2022 году. Сейчас, народ, 2023 вообще-то год. Сейчас, народ, не 2003 год, что просто у нас карты с друг другом дрались. Это уже просто полная, извините меня за выражение, ахинея.